Переходим к основным темам выпуска более подробно. Ровно 40 лет назад с подъездных путей Краснодарского химического завода, построенного в Белореченске, были отправлены первые сотни тонн серной кислоты. Решение о строительстве завода было принято в 1971 году. Весна 1973 года стала начальной точкой возведения сложнейших объектов химзавода. В сооружении химического завода приняли участие десятки строительных, монтажных, пусконаладочных управлений. Тысячи посланцев городов и станиц приехали на строительство, чтобы гигант по производству витаминов плодородия быстрее начал выдавать продукцию. На 3 месяца раньше срока, 7 октября 1979 года, был пущен в эксплуатацию уникальный цех по производству жидких сложных минеральных удобрений. В конце 1982 года был осуществлен самый крупный ввод производственных мощностей. В строй действующих вошли производство нитрамофоски, неконцентрированной азотной кислоты, экстракционной фосфорной кислоты и кремнефтористого натрия. В декабре 1984 года введен в эксплуатацию цех суперфосфатной кислоты, а в конце 1985 года заработали цеха обесфторенных фосфатов и второй сернокислотный цех. Сегодня Еврохим Белореченский Минудобрение – это крупное предприятие в Южном федеральном округе по производству фосфорных сложных минеральных удобрений. Правопреемник Краснодарского химического завода – градообразующее предприятие города Белореченска. Выработка минеральных удобрений в 2016 году составила более 600 тысяч тонн аммофоса и сульфоаммофоса. В настоящее время предприятие строит цех по производству водорастворимых удобрений производительностью 50 тысяч тонн. В ближайшие планы завода входит реконструкция сернокислотного цеха с увеличением мощности производства до 1 300 тысяч тонн. Строительство новых цехов экстракционной фосфорной кислоты производительностью до 300 тысяч тонн и сложных минеральных удобрений производительностью до 500 тысяч тонн.